у Данилушки этот разговор из головы не идет. Опять стал лес бегать, да около своего дурман-светка ходить. И повадился на медный рудник. Ну, конечно, когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Вот раз как поворотил камень, оглядел его, да и говорит: нет, не тот. Только это промолвил, кто-то и говорит: в другом месте поищи, у змеиной горки. Поворотился Данилушка, нету никого. Что думает, приблазнилось мне, что ли? Пошел дальше, а вслед ему опять: слышь, Данила мастер, у змеиной горки, говорю. Поворотился Данилушка, женщина какая-то чуть виднеется, ровно туман голубенькой. Потом тут ничего не стало. Что думает такое? Не уж сама. А что, ежели мне и вправду сходить к змеиной-то горке? Вот на другой день он туда и пошел. Горка-то эта хоть небольшая, а крутенькая, а в одном месте и вовсе как срезана, и глядельца здесь лучше некуда. Вот подошел Данилушка к этому глядельцу, смотрит, а тут камень большой выворочен. Громадная такая малахитина на руках не унесть. И обделай вроде пусть. Вот обрадовался Данилушка, побежал домой за лошадью, привез камень домой, да и говорит Прокофьевичу: погляди-ка, камень-то какой, ровно нарочно по моим мыслям. Вот тогда уж и жениться, верно, зардала с меня Катя. Вот только работа на меня и смущает, уж скорее бы ее начать, да и закончить. Вот Данилушка за эту свою вторую заветную чашу принялся. Ни дня, ни ночи не знает, ни из камня обделал, как есть, слышка, гусь дурмана. Листья снизу широкие, кучкой, прожилки в тех местах, где требуются. А вот как доверху дошел, заколотил. Из тебя летчик выточил тонёхленький, и листочки боковые на нём как только держатся, и чаша, как у дурмана, цветка, а что-то не то. Не живой стал и красоту потерял. Данилушка тут уж и вовсе сна лишился. Старые мастера, кои поглядеть заходили, чего еще парню надо. Чашу выточил, такой никто не делывал, а ему все неладно. Умуется парень, вот что, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, поплакал. Это Данилушку я образую. Ладно, больше не буду. Видно, не подняться мне выше, не поймать силу камня. И давай сам торопиться свадьбой. А что торопить, когда у невесты давным-давно все готово. Назначили день, повеселел Данилушка, приказчику про чашу сказал, тот прибежал, глядит: вот штука какая, хотел ее сразу барину в город отослать. А Данилушка говорит: погоди, маленько, да дело-ка одна есть. Дело-то по осени было, как раз возле самого змеиного праздника свадьба пришла. Вот кто-то к слову и оговорился о том, что скоро эти все змеи в одно место соберутся. Данилушка эти слова на приметку взял. Опять-таки вспомнил разговоры о каменном цветке. И камень-то на горе ведь как положенный был. И голос на змеиной горке о том же говорил. А что думает Данилушка, уж ежели мне сходить туда в самый раз последний раз? Вот на другой день он туда и пошел. Земля к тому времени примерзать стала, снежок припорашивал. Вот подошел Данилушка во крутику, где камень брал, смотрит, а тут еще одна малахитина выручена. Вот кто-то
щеку отбрал. Вот зашел Данилушка в эту выбоину, думает, посижу здесь, отдохну, мол, потемнее, потеплее здесь за ветром. Смотрит, а у одной стены камень-серовик, и обделом вроде стул. Вот и уселся тут Данилушка, задумался, головенкой покачивает, и все разговоры о каменном цветке из головы выбили. Вот думает, как бы разочек на его поглядеть. Поднял Данилушка голову, а у другой-то стены напротив сидит медной горы хозяйка. По красоте, да по платью-то была хитру. Данилушка сразу ее узнал, только думает, может, кажется мне все это. А на деле-то никого и нет. Вот сидит он, задумался, головенкой покачивает, и она тоже молчит, тоже вроде как призадумалась. А потом вдруг и спрашивает. Ну что, Данила Мастер, не вышла твоя думанча? Не вышла, отвечает Данилушка. А ты голову-то не вешай, другой испытай. Камень тебе будет по твоим мыслям. Нет, отвечает Данилушка, не могу больше. Измаялся весь. Покажи каменный цветок. Показать, ты ведь говорит, просто. Да потом жалеть станешь, что не отпустишь из горы. Зачем не отпущу? Дорога открытая, только потом опять ко мне же и ворочаются. Покажи, сделай милость. Она еще пыталась его уговорить. Про Прокопича напомнила, он тебе в души не чает, а ты его подвести хочешь. Про невесту напомнила, души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь. Не знаю я, кричит Данилушка, а только без цветка мне жизни нет. Покажи. Ну, коли так, Данила Мастер, пойдем в мой сад. И тут зашумело что-то ровно, осень вспоминает. Смотрит Данилушка, а стен-то никаких кругом нет. Кругом деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные, которые из мрамора, которые из мельника камня, разные, но живые. Сучьями, с листочками, от ветра они покачиваются, и голубь дают ровно галечками по подбрасывать. Солнышко не видать, а светло перед закатом, да меж деревьев золотые змейки, от них и свет. И вот подбегает родиться до нитки поляна. Земли на ней, как глина простая, и стоят на этой глиняной земле огромные колокольцы махинки, а в каждом махонькой сурмянной звездочке, золотенькие пчелки промеж тех колокольцев примахаются, а колокольцы эти тонёнки так позвали.